чувство ответственности, возложенное на меня, наверное, теми людьми, которые меня готовили. Это инструктора в первую очередь, это медики, которые занимались проверкой нашего здоровья. В общем, все те люди, которые вложили в нас свой труд, свои знания, потому что для того, чтобы управлять космическим кораблем, необходимо огромное количество знаний и необходимо учиться очень долгое время. Ну, чтобы вот вы понимали, у меня на подготовку ушло 8 лет. Это считается очень быстро для того, чтобы можно было осуществить полет в космос, потому что мы знаем корабль полностью, мы можем его собрать, разобрать, мы должны уметь на борту все. Мы выступаем как инженеры и как ученые. Но вернусь к заданному вопросу. Конечно, ощущение ответственности, потому что был очень достаточно большой перерыв между полетами женщины. Я понимала, что от моего полета зависят, наверное, будущие полеты других девушек, которые захотели бы также стать космонавтами. Я могу ответить, что, наверное, если возникают какие-то сложности, то они у всех одинаковые, и нельзя разделять на мужские и женские проблемы или трудности, потому что все мы летаем как один экипаж, в котором находятся как мужчины, так и женщины. И если возникают какие-то нештатные ситуации, то выход из них мы ищем вместе, и вместе осуществляем все необходимые действия в данных ситуациях.